Всем привет, с вами Антон 99. Паха Круто. Илюха Ковбойчик. Большой малыш. И сейчас мы будем играть в самп. IP в описании. И... Вы не выдали ВБ, слышите? ВБ. ВБ. Военный билет? Посмотри, ты дослужился до третьего ранга? Я ему восьмой дал. Подожди, Паша, ты чё? Значит, выдали. И сейчас... Давай атаку, чё-то всё равно станет. Сейчас вроде как на нас будут нападать балласы, и мы будем отвоевывать. Давай. Всё, давай. Миха, ты свою машину не залопал. Я? Нет, я. Ладно, давайте, я вам перезвоню, я ухожу. Давай, перезвоню. Давай, Вали. Ну, можно это говно. Так, ну чё там? Где они, балласы? Я летаю вокруг простор. Вы летаете с Димой Журавским. Миха, я ты... его найти не могу, его нету просто. Куда ж он делся? Напиши Диме, чтобы он вернулся. Паша, на нас будут нападать или нет? Да, все, вот, я уже договорился. То есть три балласа будут нападать на... На 300 надо... человек. На 9, на 9! 3 на 9. Даус. Даус. Так, а и где они? Блин, Брайан, ну зачем? Да ну лох, ну... Эй, нет. О, блин. Что делать? Да ему нахуй, Брайан сам ставит теперь все наши машины, которые мы ставили. Придурок. Ну где балас эти? Приготовились. А да. Я с кем летаю? Тоха, Димой? Тоха, Тоха. Да, да. Бегай за одной машиной пока, а Билли пусть тут останется. Окей. А эти-то где, балас? До сих пор на ВЛС. В меня стреляет кто-то. Представляешь, это Даркус убил вертолетом Диму. Прикинь этот, сейчас скажу. Моим же. Придурок. Этот, Даркус. Блять, да два мудака. Ну что они делают? Они из тачки меня угоняют. Илья, ты пэшь не Диму ко мне, чтобы он это... Есть. Блин, меня кумарит иногда вот это его спокойствие исправим, брат. Пошка. Ты взял машину, Тоша? Да суки, тут, блядь, Никита этот, Шитоков, блядь. Да я им сейчас лещей надаю. Илья, куда не зачем учить, тебе хаммер? Я напишу, иди нахуй. Отчитываться я, блядь, перед... Во-первых, ты я... Ты снимаешь, Антон? Да. На, во-первых, знать, блядь, как... я в воду упал на хаммере. Два мудака, блядь. Во-первых, я вице-адмирал, с херли я там должен отчитываться перед какими-то там новичками. Военный билет нужен. Да ну блин, ну... Я? Что? Может, ты пашешь на... Он сейчас уже едет к тебе. Он сейчас едет на палубу. На, хорошо. Сейчас я еще хаммер один привезу. Да че? Все, вот так-то не рыпайся. Придурок. Да ты мудак! Все, Андрей меня заебал, я его убью сейчас. Какой Андрей? Какой Андрей? Да я откуда знаю.
Я напишу, я да снимаю. Все. И вот, ты себя выставил полным лохом, поздравляйте. Лох. А что он тебе написал? Что нельзя, хаммер брать нельзя, вот тварь. Он говорит, Антон, нельзя, типа, хаммер брать. Я взял хаммер, и он начал стрелять по мне. По нам Даркус. Они вообще охренели все. Блин, если бы я вот так взял респаун кара, меня бы убили. Так этот, блин, отмазался. О, все, балла съедет. Где? Где они едут? А? Он написал. Взяли вот ни за что. Как доложить обстановку, а? С, и... блин, нажми. Чё? С нажми. А я в вертолете. Он не хочет. Потому что в вертолете нельзя. Как тебе доложить? Я напишу все в порядке. По рации. Ок. Будет считаться, ладно? Так, подожди, пинат айпад какой-то. Тихо, тихо, не кибешуем. Ну я просто так ствол на него. Просто пустить. Так? Да. Пусть, ладно, сейчас, подожди, сейчас я с ним поговорю. О, это человек в розыске. Подожди, а что за Венни Бонд? Ничего не стреляю в него, пусть он едет. Ну кто стрельнул? Не я. Кто, ну, с дигла стрельнул? Ну вот я это армия, сейчас... всем по приколу тупо выстрелить. Ну, кого-нибудь. Конечно, никого нету, мне бы тоже было по приколу. Подожди, а что за Ваня и Бонд? Нифига себе, никого нету. Нажми таб, Антоха. Что? Никого нету, видишь, на сервере вообще пусто. Так-то да, это очень мало. Ну, вообще... Во, во, смотрите, они уже едут сюда. Где, где? Я только что заметил фиолетовый, вот там вот они, вот, смотрите, куда я стреляю. Вот они оттуда. Вижу, еще. Вижу, все. А я голубой. Да давай, Миха, Миха, видишь красный мод железнодорожный? Вот лети туда, понял? Да. Там вот балосы. Ну, на начало моста, вот туда, где он в тоннель заезжает. Они вот там. У вот меня это... снайперка, у меня снайпер. Докладывай, вот там есть балосы или нет? Миха. У меня снайперка, пчела, я сейчас их засеку. Там есть кто-то на мосту? Вот, вот, смотрите, вот сюда. Вот, да-да-да, все, я вижу. Они сейчас сюда приедут. Вон Миха, они есть вот. Кто-то на мосту? Все, я стреляю по машине. Блин. Смотрите, смотрите, он выпрыгнул уже. Я его убил! Прикиньте! Я убил их всех. Красавчик. Ты снимаешь еще, Антоха? Да. Прикинь, он лох, он один поехал. Да нет, там они должны все втроем. Он сказал, они все втроем приедут. А тут только два у них из этих баллов. Все, типа, что? Нет. Где я им еще сейчас напишу, чтобы еще приехали. Слава Хонда. Блин, вот кто этих новичков будет обслуживать? А ну сейчас, люди, я в АФК на секунду. Посмотрю одну фигню. Мне надоело ходить с этим тупым скином. Возьму себе реально генеральский скин. Так, ну я пока там. Я пойду на респу. А, у того чувака в майке возьмешь? Да-да-да. Только не повторяй за мной. А, уходите, вице-адмирал, и можете взять скин 73-й. 73-й? Да, если тебе понравится. А как скин? Да. Может, даже смотри, вот он у меня. Смотри. И мне этот напарник долбоёб попался. И чё это, типа, вице... Ну... Ну, и... если вы хотите, можете взять, я вас не заставляю. Я взял, да. Окей. Если вам нравится, только я так, либо оба берите, него. Либо никто не берет. Я из-за этого не, дурака не, я не беру, стол. Я манал. Ну, ТПшники к себе, пожалуйста. Ну, конченый. Миха, блин, сам, у тебя вертолет, долети. Блин, ТПшники к себе, меня убили, блин, только нас это, подстрелили. Я вот ТПшник. Вон Дима. Я написал, вы мудаки, к сожалению. Кому ты написал? Да тут вот эти вот, которые
Пахами. Дай админку, не пожалеешь, я буду МП устраивать и за РП следить. Нет. Четыре хаммера стоят. Жестко. Так, а чё? Ой, из балласа один только остался, так что он не поедет, мне кажется, да? Оскар ГТ, типа офались, блин. Можешь лидерку групп дать, а то в баллас лидер какой-то. Да занят. О, Антон не знает, что... Люди, вы либо оба возьмите скин 73, либо никто не берите. Да я не хочу, он дебильный. Чё, скин как скин военный. Кто стреляет? Вон, с моста, походу. У меня снапа. С какого именно? С этого, как он? Чувак говорит, хочешь скайп дам, спросишь, чё как. Админку хочет или... Скажи, если он скриптинг шарит, то да, если нет, то нет. Не, он лидерку хочет. Лидерку может взять, админку нет. Антоха, скин, тогда меняй на стандартный, ты видишь, Паш, не хочешь. А какой? Сейчас я... 287. А зачем ты его забанил? Оскорбление. Скрипт есть. Да ну я не хочу озвучивать. О, ну-ка. Мудак, ты как тебя взяли? Ты не знаешь устав. Ну, по-моему, ты админ, если мне память моя не изменяет. Ну. Ты еще снимаешь? Да. Не, так он охуел этот. Все, не матюкайся на видео, Тох. Угу. Не, ну просто вообще. Как вам мой скин, девочки? Девочки? Девочка твоя Оля, понял? А ты чё, покажешь или? Нет. А, нет. Слы? Всё, тихо, дай хватит. Нашёл АФКшника. Диму подбили. Ой, лидер группы уже есть?